I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Приветствуем вас на канале Спорт Клик. Всем привет. Сегодня с нами Леха, наш механик, который протестировал велосипед Outlip 9Wave Pro 22-го модельного года в его естественной среде обитания. Там для чего он предназначен? Это легкая кросс-кантри. Этот велосипед нам дал покататься наш сотрудник, которого приобрел месяц назад. Сейчас он на нем так и не покатался-то, по сути. Но он катался, остался очень доволен, но это его первый в жизни велосипед, и я думаю, что он, ну, объективно остался бы доволен от любого велосипеда, который мы ему бы подобрали в Скорее нашем всего, магазине. Да. Но, тем не менее, нам очень было интересно попробовать самим на нем поездить и поделиться с вами нашим впечатлением от катания. Итак, Леха. Да, по поводу впечатления от катания, велосипед довольно сбитый, крутится педали хорошо, то есть чувствуется, что ту энергию, которую я даю на педали, она превращается в кручение колеса, и по лесным тропинкам очень даже он бодро едет. Резина довольно неплохо держит, единственный нюанс, надо следить за давлением, держать спереди чуть поменьше, сзади может чуть побольше, но не больше двух. На грунтах этого будет более чем достаточно. И, собственно, тогда и будет исцепление, и все, собственно, прилагающиеся приятные вещи. Мне велосипед понравился. Ну, мне он тоже очень нравится. Я, конечно, не катался на нем в лесу еще пока, потому что предоставил это Лехе. Да, и, честно говоря, это размер L, он мне маловат. Да, Максим, тебе 3XL нужен. Да, мне нужно 3XL, минимум 2XL. Вот, от себя добавлю, что трансмиссия здесь 1:10 от Microshift Advent X. Сзади кассета с диапазоном 11-48, спереди звезда на 34 зуба. Мне кажется, это очень хорошее решение. Да, диапазона вполне достаточно, то есть и в какие-то крутые горки можно вполне себе заехать и с горы навалить. И что самое прикольное, у него есть муфта, примерно как Shadow. Да, муфта блокировки лапки переключателя. Ну и она, блин, реально работает, не трясет на кочках, нет вот этого поганого звука цепи от перо. Спасибо. О чем еще я хотел бы упомянуть, да, по-быстрому. Это вилка и тормоза. Вот эти решения мне очень нравятся. Да, слушай, для бюджетного велосипеда просто, ну, прекрасно. Что-то лучшее желать особо смысла и нету. Открою секрет. Сейчас этот велосипед в сети Trial Sport стоит 50 тысяч, там, с какими-то копейками. И за 50 тысяч получить вилку с 32-ми ногами на сквозной оси, я думаю, что, ну, такого просто нету на рынке. Да, безусловно. Ну, то есть, по сути-то, из коробки получается, что и хорошие тормоза. Вилка, да, она не воздушная, но она достаточно крепкая. У нее есть демпфер, и он действительно что-то там работает. Там есть блокировка. Да, да. Ну, и тормоза Tektra Auriga, это не начальная группа уже. Леха, твое мнение? Ну, тормоза еще до конца так и не притерлись, но, однако, с одним пальцем вполне можно делать стопи.
можно реально хорошо тормозиться. Что на грунтах, что на асфальте тормозной мощности вполне достаточно. Подведем некий итог. За 50 тысяч рублей в 2022 году возможно получить велосипед с трансмиссией 1 на 10, микрошифт Advent X трансмиссия, с тормозами Tektra Auriga и вилкой на сквозной оси. Можете нас ругать, это не реклама, но это самое лучшее предложение на рынке сейчас. Если кто-то знает велосипеды лучше за эту стоимость, напишите, поправьте нас. Но лично мое мнение такое. Ну, я, пожалуй, не скажу, что знаю прям за рынок хорошо, но мне просто в чем я уверен? В том, что за 50 тысяч я человек, который 20 лет уже катается на велосипеде и много вроде всего перепробовал. Я получаю велосипед, на котором я катаюсь, и мне это нравится. То есть за такие деньги очень-очень классное предложение. Я тоже так считаю. Тем более рама выкрашена здесь в достаточно интересный цвет. То есть, ну, на вид она стоит дороже, чем есть на самом деле. Это действительно прикольный цвет. Ну, на любителей, конечно, кому-то нравится, кому-то нету. Угодить абсолютно всем невозможно, как известно. Я думаю, мы можем констатировать, что он стильный. Здесь нет никаких супер вычурных цветов непонятных. Вся графика довольно хорошо открашена. Ну и по самой покраске вопросов нет. То есть качественно, красиво, по-моему, вполне выглядит. Согласен. По крайней мере, все те люди, которые видели этот велосипед, он им нравился. То есть еще никто не сказал, что этот ужасный цвет мне не нравится. Ну, серьезно, такого не было еще. Ну, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем этот лесной ролик. Да, всем мы спасибо едем кататься дальше. За просмотр. Да, будем пробовать его еще. Да. Всем когда спасибо тоже большое. Пройдет немного еще времени, месяц-два, мы обязательно возьмем еще раз его у нашего коллеги, покатаемся, расскажем, что с ним произошло за это время или не произошло, как себя ведут его все эти компоненты в эксплуатации. Но я думаю, что это будет все ок, и ничего с ним не произойдет, и этот велосипед я будет тоже в этом радовать. Я уверен, Максим. Вот действительно, велосипед, я думаю, будет работать отлично. Итак, всем пока. Да. Ладно, чуть-чуть ложанули. Да, ну ладно, это я...